7 октября 2013 года на экраны вышел сериал «Молодежка». Последняя серия была показана 14 февраля 2019 года. За это время было отснято и показано 260 серий, или 6 сезонов. В сериале «Молодежка» снялось много как знаменитых актеров, так и тех, кого зритель увидел впервые. В этом видео речь пойдет о 12 актерах телесериала, которые ушли из жизни. Все они сыграли в сериале «Молодежка» заметные роли. Возможно, что о смерти некоторых из них вы даже не догадывались. Василия Пономарева, отца хоккеиста Миши Пономарева, сыграл Игорь Арташонов. Этот актер умер в результате отрывавшегося тромба 18 июля 2015 года. Актеру был 51 год. Маму хоккеиста Воронкова, которого покалечил Платонов, сыграла Ирина Цивина. У актрисы были проблемы с сердцем, из-за которых она скончалась 18 апреля 2019 года. Ирине Цивиной было 55 лет. Прокурора города Виктора Анатольевича Кисляка, отца Андрея, сыграл Юрий Лахин. Он покинул этот мир из-за болезни 27 января 2021 года. Актеру было 68 лет. Аркадия Петровского, отца хоккеиста, которого выгнал из команды «Макеев», сыграл Владимир Чуприков. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Он умер 19 сентября 2020 года. Владимиру Чуприкову было 56 лет. Режиссера рекламы сыграл Виталий Ольшанский. Актер ушел из этого мира в результате сердечной недостаточности 4 февраля 2021 года. Виталию Ольшанскому было 52 года. В третьем сезоне аудитора Богдана Ивановича Зотова сыграл Юрий Тузов. Актер завершил свой земной путь 15 декабря 2020 года. Ему было 67 лет. Инессу Павловну Филатову, жену владельца клуба «Ледяные короли», сыграла Наталья Кузнецова. Она умерла от рака 29 июля 2018 года. Наталье Кузнецовой было 55 лет. Небольшая роль бомжа досталась Виктору Мютникову. Актер прожил в этом мире 61 год. Он умер 7 октября 2020 года. Ветерана Тимофея Ивановича, которому Николай Бакин сделал ремонт за свои деньги, сыграл Геннадий Юхтин. Этот актер умер 18 февраля 2022 года от осложнений на фоне болезни. Геннадию Юхтину было 89 лет. Артему Анчукову досталась роль представителя рекламной кампании известного бренда. 6 июня 2021 года актер и певец умер из-за болезни. Артему Анчукову было 39 лет. Одного из болельщиков сыграл Марк Руденштейн. Актер и кинопродюсер умер 5 декабря 2021 года. У него был диагностирован инфаркт и инсульт. Марку Руденштейну было 75 лет. Водителя Пахомова, у которого Самойлов отобрал права, сыграл Владимир Яковлев. Актер завершил свой жизненный путь 27 августа 2021 года. Владимиру Яковлеву было 63 года.